приехал бриллиантовый директор объединенной компании «Фаберлик» Эркин Эрбачаев. Спасибо. А наш бизнес простой. Наш бизнес, я называла его раньше по-другому. И потом меня коллеги мои поправили. Говорят, Эркин, ты не имеешь права так говорить. Он у нас простой. Простота бизнеса в нашем заключается в нескольких действиях. Приводить людей, показывать. И если хочешь, продаешь продукт. Не хочешь, не продаешь. Вот я, например, себе за основу никогда не ставлю продажу продукта. И у каждого человека есть две проблемы. Большие проблемы. Каждый человек имеет проблему со внешностью. Доказательством того, что у человека проблема с внешностью, это то, что он смотрит в зеркало и ищет недостатки. Поднимите, пожалуйста, руки, кто смотрит в зеркало? Смотрите, 100 человек из 100 смотрят в зеркало, и что они видят? Они видят себя и начинают искать в этом божестве недостатки. Что-то волосы стали жирными, что-то лицо стало сухим, какой-то прыщ появился, что-то пятки стали сухими, понимаете? Вот такие недостатки есть у каждого из нас. И есть вторая проблема человечества, тоже глобальная проблема. Это нехватка денег. Смотрите, у каждого человека, зарабатывающего рубль или тысячу, у него стоит постоянная проблема нехватки денег. Смотрите, человек, у которого не хватает $1 000 000, чтобы купить яхту или самолет, он считает себя несчастным. И в то же время у человека, не хватающего на кусок мяса, он тоже чувствует себя несчастным. Мы схожи во всем. И вот эти две проблемы решаем мы с вами. Мы с вами универсалы. То есть мы даем людям продукт, который решает проблему с внешностью, и мы даем возможность, которую решает проблему с деньгами. И это важно. Вот мы с вами создаем, каждый из нас, мы создаем шедевры сетевого бизнеса «Фаберлик». И вот сейчас Инна сказала фразу, да, доход 100 тысяч, более 100 тысяч долларов, 5 миллионов рублей, значит, зарабатывает человек, работая в каком-то бизнесе. Это очень классная мотивация. В нашем бизнесе есть много людей, которые зарабатывают больше эти суммы. Меня, предположим, мотивирует, что я читаю статью, и один сетевик, который 22 года в этом бизнесе, в марте месяце его месячный чек составил $696 000 за март месяц. Понимаете? И эти деньги тоже можно зарабатывать здесь, в компании «Фаберлик». И снова ты смотришь на тех людей, которые для тебя считаются путеводной звездой, которые не «зэ». Возможно, они многое и не знают, но они много делают.